Loopbet, made for live betting. Один-один по картам в матче «Авангард» и «Кеос». И вот «Деинферно» сейчас будет десайдером. Карта очень непростая в плане того, ну, вот кто же все-таки на ней победит. Вот в плане предположений, потому что у нас были две очень потные первые карты. Хотя они вполне вероятно могли бы быть одноколеточными в сторону победителей. Но этого не произошло. И вот на «Инферно» это все должно помножиться на два. Весь этот пот, весь этот валидол, потому что карта максимально балансная в рамках этих двух коллективов. Да, ну, собственно, то она и Decider, что команды на нее вышли как на самую удобную. На Верпасе было понятно, что победят Chaos, но, конечно, такой борьбы мы не... Ладно, я ожидал, что будет такая борьба, я не ожидал, что такой борьбы будет на Мираже. То есть, действительно, Chaos там, ну, были в шаге практически от того, чтобы выйти, да, в конце концов, хотя бы как минимум на матч-поинты, но не смогли это, ну, планку эту преодолеть, и в итоге на Авангард оказались успешнее. Соответственно, на Инферно все решится здесь, на этой самой третьей карте. И здесь будет, наверное, очень много зависеть как раз-таки от индивидуальной формы сегодняшних команд, потому что в стратегическом плане, наверное, ну, плюс-минус равны они. Да, я напоминаю, что для вас в эфире работает студия UCC, у микрофонов Дек и Тол. И, друзья, не забывайте, что у нас в группе UCC последние новости киберспорта постоянно освещаются. Постоянные опросы, розыгрыши и много всего интересного. Так что обязательно подписывайтесь. Тем более, там можно еще и отзыв оставить о трансляции, если вдруг чем-то недовольны. Так, ну и на живой раунд. Борьба за сторону. Тут, судя по всему, Авангард будет начинать за сторону защиты сейчас. И будет интересно посмотреть, как будет атаковать Chaos. Мне кажется, даже в первом раунде Авангард могут себе позволить какую-то излишнюю агрессию. Вспоминая их предыдущие Инферно, они смело могут полететь давить центр, а то и, ну, вместе с бананом, с плитом, зажимая противника в яме. Да. Только, да, я видел, как заканчиваются такие раунды тем, что с второго мида приходит какой-то игрок, он контрит прикрывающего, и все, и в итоге с двух сторон зажимает уже игроков дефенса. Но это не... То есть в таком раунде, если ты так рискуешь, то это ты должен держать в голове. Ты должен понимать, что это может произойти. Там может быть чел, а то и четыре чела, которые придут. То есть нужно отдавать себе отчет. Тут повтор. Типа, да, давайте еще раз. Давайте вообще все раунды сыграем на ножах. Почему бы нет? Я почему сразу вспоминаю карту 35 хп и, знаешь, сервера, которые приспособлены к этому были. И ты постоянно упираешься в игрока, другой игрок упирается в тебя, и на центре в итоге это мясо заканчивается тем, у кого больше игроков на той или иной стороне. Ладно, поехали. Авангард Chaos, карта The Inferno, Decider. И напоминаю, что матчи на вылет. Это все нижняя сетка. Это получается полуфинал нижней сетки. Победитель выходит на команду Illuminari и будет играть в следующем Best of 3. Прям практически сразу у нас получается, что задерживается весь наш движ, поэтому... Пауза будет максимально короткой. Ну и тут есть раскид у Кикерта. Флешку уже дал. Хаешка сейчас полетит. Начекал Адрен. Игроков, проходящих на мидл, очень сильно рискует. Вот так вот в открытую пушит банан. Но, в общем-то, агрессивная оборона на пистолетном раунде. Это Авангард. Да, на банане только лишь. Банан только закрывают смоком сами же игроки Chaos, что забавно. И остается без гранат они. Закрывают Джейма на двадцатке. Неплохо. Прорвали его позицию. Остается под точкой лишь один Санджи. И его здесь могут очень быстро загнать. Но при этом разворачиваются Chaos. Идут на 15. А здесь через библиотеку два игрока скрываются. Они сейчас увидят передвижение через арку. Но будет, возможно, это уже поздно. Это Б. Да. Они бегут на Б, где только один бустер. Забрали попутно DJL. Но вот сейчас бустеру придется одному либо троих сдерживать, либо ждать, пока тиммейты подойдут на ретейк. Тут же погибает Санджи. Потому что Фредди Фрог хорошо открылся. Есть минус по бустеру. Как-то ДМ играют Chaos. Нереальный просто раунд марафонский сейчас от шведов. Они бегут на... Лоу-кек. Окей. Это... И на Б можно пробежаться. Это пистолетка имени XMS-а? Ой, нет, Сиксера. Вот так вот. Просто когда-то Envias на Кублстоне, мне помнится, Кругаля крутили. Да, три или четыре мы сразу пробежали. Но здесь ретейк практически невыполнимый для Авангард вдвоем против четверых. Половина таймера скоро пройдет. Минус Адрен, ну и Кикер последний. У него есть хаешка, можно, конечно, попытаться кому-нибудь ее закинуть. Ну, вот она в теории, но вот он там играет достаточно закрыто. Она его не уберет точно, а тут же ему во фланг открывается постепенно Плес, релаксом. Плесен ставит точку в раунде, трипл килл от него. 1-0 в пользу Chaos. Очень сумбурный вышел раунд. Авангард до последнего не могли понять, в чем же задумка их соперников. Да я думаю, и сами Chaos тоже не раз меняли свой вектор атаки. И сейчас уже придется отыгрывать... Ага,
Не знаю, как решили фор сделать. Команда Авангард сыграет через пистолеты с армора, причем гранат у них достаточно большое количество. Но вот с первыми арморами против 4-10 маков я не верю, что сработает эта оборона. Хотя посмотрим. Хаешки на угол. Все просто проклинили, все прожгли Кейос здесь на подходах. Не давай сопернику занять упорные позиции. Очень глубоко полетели хае от обороны, поэтому снесли только 26 хп диджелу. И Кейос, я думаю, довольны таким исходом. Более чем довольны. Открытие сейчас будет от Плайсона. Кикерт откидывает смоук. Все, постоим, подождем. И Кикерт пытается еще возле дымка вот найти. Если там, кстати, есть брак, то, скорее всего, брак найдет раньше соперник. Плэссен видел своего оппонента. Просто в отличие от того же Кикерта, Плэссен может этот смоук топить и, ну, не проблема. А у Кикерта там 24 патрона в пистолете. Если он одну обойму выдаст, то у него останется только одна. Поэтому, конечно, такой риск не оправдан. Смоук теперь кладется еще и на выход в ребра. На А остается один лишь Санджи. Это, знаешь, напоминает чем-то раунд на пистолетах с 5 смоками на Инферно. То есть, когда просто каждый дым обновляется по мере надобности. Mm-hmm. И тем самым вы все-таки сокращаете время в раунде. Соперник на позднем... Ой-ой-ой, на позднем тайминге может ошибиться. Но Санджи, дым под тележкой, в итоге придется уже на стрельбу свою опираться здесь. Так, Кикерта проходит релакса. Опа, прилетает все-таки по голове. 21 хп, успевает релакса уйти на одном хп. В итоге погибнет все равно. Но Диджел успевает забрать Санджи. Точка пуста, можно ставить бомбу. Ну и дальше играет чисто от ее удержания. Авангард перестраивается и уходит на сейф того, что есть. Нет необходимости сейчас идти умирать. Кикерт может отдать ЦЗ тиммейту, сыграть с маком, ну и так далее. А Трентом с ножом хотел подловить кого-то на прожиме, но такого игрока не оказалось. То есть ожидал, что сейчас Кейс пойдут на ноге, полетят с 10-ми маками, искать эти пистолеты выбивать, но нет. Там сидят пленту, и хп-то не так много, по сути. У Джел 14, у Фредди Фрога 47. АК-47 также терять не хотелось бы. Да и, в принципе, сейчас могут закрепиться по экономике и сыграть такой же раунд с этими же фармганами. Да, по сути, ну, нечто похожее нужно постараться исполнить, там, понести Джел, ну, максимум погибнет, одну потерю. Да. Да. Но потерял маг. В принципе, ему в минус КД это не пошло. Он, по сути, потерял только деньги на армор. Вместо мага купить себе калаш. Ну, либо нечто подобное, там, СГ какой-нибудь. А вот авангард должны будут экономить. И какой-то пистолет, возможно, Адрену также дать. Есть лишние деньги у Кикерта. Кикерт закупился гранатами. И остается у него только 1650. Только 1600 остается у бустера. Так, мне кажется, это банан... Это аркада банана, да. Стороны команды Кейос в ответ. Там три игрока находятся у команды Авангард, но они сносятся просто сходу. Как нож сквозь масло проходит здесь Кейос. Как цунами просто снесли всю оборону. Просто проехались по ним. И Джеймс Анджи с ЦЗшками будут играть строго на экзит-фраге. И попытки, ну, добыть какой-то калаш. Вообще интересно, у Кейос была уникальная возможность, потеряв двух игроков, докупить себе пару калашей. Но нет, они закупили себе еще два мака. И в итоге, что делать дальше против девайсов? Понятное дело, что мы с вами видим экономику команды Авангар и понимаем, что там, ну, вероятно, касок не будет у большинства и так далее. Но ведь Кеоста об этом не знают. И этот риск очень высок. И, мне кажется, не очень оправдан. Все-таки можно было купить АК на релаксе и диджейле. Ну, в следующем раунде, конечно, уже, я думаю, хотя... Да зачем тратить деньги? Тогда они, скорее всего, останутся с маками. Максимум там, ну, закупят авик на релаксе. Но и то не факт. Я не думаю, что они сейчас будут выкидывать просто вот так 4000 долларов. На воздух. Да, докупает гранат пока что. Команда Кейос и один на К-47 просто дропается ботану. Тот разменится с 10-м маком. Да-да-да. Хотя нет, респаун у него не самый лучший. Там первый рейс был у Плэссена. Ну, видимо, кстати, поэтому он и дал. То есть будет выводить на себя прицел. Может быть. Джеймс АВП пикает. Флешка должна прилететь в лицо. Вот-вот, флешка есть. Попадание по таймингу не там было. Три игрока! Быстро прорывают и уничтожают Кикерта, бустера. Джейм отвечает двумя фрагами. Постарается дать еще третий. Нужно по максимуму стараться дать третий минус. Уходит он за третий ящик, его забирает ботан. Ну, без шансов просто. Просто идеальный выход от команды Кейос. Да, зажигательный, да, хае. Но хае прилетели за спину, зажигательный, много урона не нанесли. В итоге подавили всех игроков защиты здесь возле точки Б. Да, и Адрен последний уходит на сейф.
лучший раунд придумать сложно с маками, чем быстрый выход, когда соперник еще не успел свои гранаты нормально выкинуть. Просто в такой ситуации, зная, что противника большое количество фармганов, легче всего откинуть ближние все гранаты, наверное, чтобы все-таки предостеречь себя и оградить от подобной аркады. Ну, противник как минимум застанется и будет получать урон от зажигательной, который будет плавно растекаться. Авангард, скорее всего, не ожидали, что на первом же девайсном раунде Chaos вот так вот побегут рашить, да, просто рашби. Да, просто там оставалось очень много фармганов, и тут, конечно, досадно, что этот момент упустили авангар. Может, они сами думали, что там, кстати, перезакупят эти фармганы на АК-47. Да, то есть, ну, авангар-то точно не знали, сколько там, например, фармилок. Их там 2 или, может, их 4. То есть, вот, понимания-то, естественно, не было. Ну что, и смотрим, как сейчас авангар будут отбиваться уже с пистолетами в руках. Счет 4-0 тем временем за Chaos. 3 дигла, ЦЗ, ну и засейбленная М-ка для Адрена. Адрену пора бы включаться, как он это делал на Мираже, как он это делал на Оверпасе. Видели мы от него сегодня красивые моменты, и он может это повторить, в том числе и на Инферно. Сейчас как раз-таки тот раунд, когда он больше всего нужен. У него у единственного есть М-ка, и он пошел в прожим банана. Никого здесь не найдет. Вообще, Chaos отступает с данного направления, постепенно продвигаясь в сторону ребер. А под АУ команда Авангард только 2 игрока. Это Джейм и Санджи. Так, раскид есть. И сразу же быстрый выход. Но при этом на 15-20 противника не казалось, так что без фрага здесь остались Chaos. А вот дальше прогнали на большой... Ой, сколько-то урона получают Chaos. Здесь еще и смог падает дальше. Привет. Перекрывает кислород ботану в коврах. И вроде прок хочет дать размен, но не получается. Долго слишком идти до соперника. Санджи 2 минуса с дигла вообще оформляет из-под плента. Там, я так понимаю, 2 игрока проходили в одну и ту же позицию. Да-да-да, и в итоге остались Фредди Фрог и Релакса вдвоем. Фредди Фрог фуловый, и сейчас он должен будет открывать точку. Находит сначала кикер-то. Но бустер в спине у Фредди Фрога. Бустер будет выходить с бойлера. Открывается на Фредди Фрога моментальный хедшот. И остается только Релакса, у которого 31 хп. Да. И, к сожалению... Но, скорее всего, это, опять же, попытка сейва девайса. Потому что, разумеется, 1-4, ты... Ну, зачем идти рисковать этим дорогущим девайсом. И забавно, что у Адрена у единственного был девайс в этом раунде, но все фраги дали с пистолетов авангар. То есть это пара минусов от Санджи с дигла, ну, наверное, важнейших в этом раунде. Джейм в прожиме ковров, ну и бустер также успел найти минус. И, в общем-то, счет будет 4-1. Притом АВП релакса, скорее всего, засейвит. Я думаю, что не успеет Адрен просто его догнать. Авангар берут экономический раунд. Да. Причем первый для себя вообще в целом на карте The Inferno, и зашел он как эко-раунд. Видели мы много раз ситуации, когда такие раунды не становятся переломными. Но этой ситуации, ну, в целом, момент игровой, он не может стать переломным, наверное, потому что раундов Chaos-то взяли всего 4, и там рано или поздно авангар уже все-таки взяли бы свой первый. Но то, что взяли на эко, конечно, это поднимает мораль команде, я уверен. И поднимает финансы. Сейчас да. После бая остается там 3400, 3900, 2900, 1750. Это огромные деньги, между прочим, в CSGO. И, ну, у Chaos-то понятное дело, что после бая финансы есть, открытие от Джейма в миде. Никто не должен на него выходить, слишком бы это было бы опасно, рисково. Шведам нет необходимости такой риск допускать. Так, полетели хае. Но урон не нанесен толком. Открытие от кикерта минус Плессен. Причем был в блайнде, но блайнд пошел уже после того, как он сделал этот фраг. Полагаю. И Chaos захолодились на банане. Отдавать не хотят. Руточку. Ну, в любом случае, банана не отжали, пускай с одной потерей, но все же. Авангар, я думаю, тоже довольны. Можно сейчас комфортно держать двоих на Б. Открытие от кикерта. Ну, не решился он как-то в смоук пытаться топить. Релакс бы, возможно, его и убил за такое. Ну и втроем авангар. Под точкой Б все еще сохраняется численное преимущество в целом в раунде. Так, ну, как в раунде, так и под точкой Б. Там пока что... 3 в 2, даже можно сказать, что борьба идет. 47 секунд. Закрытые позиции на БО, авангар. Втроем закрытые позиции могут очень хорошо сработать, потому что там можно будет играть под размен, под прикрытие друг друга и так далее. Дал какой-то бёрст, отошел, тиммейты дальше доработают. Потом вернулся, соперник уже занимается другой позицией. И Chaos за 30 секунд до конца раунда. Сейчас под точкой Б. Открытие под флешку от Адрена. Видел релаксу и говорит, так, ребята, это 100% Б. Я вижу, я знаю. Пошел выход под гранаты. Минус от бустера. Бустер горит, но тиммейты помогут. Есть фраг от Адрена. Адрен падает, падает бустер. Кикер-то не чекнут. 100%. Ого, Фредди Фрог. Сидел, такое чувство, что смотрел в эту точку до последнего. И кикер сделал этот выпад, погиб. Бомба поставлена, 3-2-2.
Да, Кикер чуть-чуть не дождался как раз-таки действий от оппонента. Ретейк продолжается от Джейма и Санджи. Есть время, есть ресурсы для этого ретейка. Есть смоки, флешки. Так, флешка в лицо прилетает уже от атаки. Киос, по сути, играет с одного направления. Боттон играет за вторым, за третьим играет Фредди Фрог. Джейм не может определиться либо с ТЗ, близкое расстояние, какие-то чекает, либо с авиком. Тиммейт работает красным, оставляет он Фредди Фрога. Джейм врывается в Фредди. Фредди пытается размансить. И как же мансит Фредди Фрог? У Джейма заканчивается время. Киты, китов киты, нет. Вот они, вот же они. И раунд за Киос. Как гвозди. Да вот же они. Ну, не факт, на самом деле, что он успел бы, если бы подобрал киты моментально. Но мне кажется, успел бы. Жареные? Нет, есть анекдот про гвозди. Ну ладно. 5-1. Были близки авангард, но раунд проигран. Да. Но Фредди Фрог, опять же, последние, наверное, секунды самые решающие стали. То есть, буквально, наверное, раньше, если бы чуть Джейм забрал соперника, он бы и киты раньше подобрал, и раздефузил бы, скорее да всего. Да и то, что Фредди Фрог успел отреагировать на кикер-то и забрать его. Хотя кикер не читался, и мы видели это. Это стало чудом. Лесс нас гоняет с банана, кикер топит в дым. Можно будет потом перезанять банан в целом авангард, но, как мы видим, это не является тенденцией для коллектива из Казахстана в данный момент. Чаще они борются за него, пытаются нанести там какой-то урон, постепенно отдавая эту позицию. Так, релакса. Ждет выпада на мидл, но такой игры со стороны команды авангард нет. Более того, снайперская винтовка Джейма на двадцатке. И он ждет выпада с ребер. Или даже с бойлера, наверное, в этой позиции. Ну да, на одну и на вторую отыгрывает. Ну вот так осторожничает Кеос, понимая всю ответственность этого раунда. Они вновь могут оставить авангард практически без денег. Хотя вот стоит отметить, что сейчас Кеос сами остались практически без гранат. Есть один смоук и три флешки плюс молотов. То есть, по сути, у них четыре гранаты на всю команду. А выход еще даже не начался. Бомба под бет, три тиммейта под а, там с бойлера постепенно открываются, теряют Боттона. И вот момент, 35 секунд, у Кеос одна флешка и атака точки Б начинается прямо сейчас. По сути, контактом выходят они. Бустера заметили, есть минус по кикерту, бустер отвечает. Там красный диджел пытается бустера зашить, и да ладно, у него получается дать и этот фраг. 3 в 3 остаются команды. Ну, диджел ушел, конечно, грамотно очень за укрытие и успел делать этот минус очень важный. А вот здесь вот промах от релакса может стать действительно фатальным в этом раунде. Диджела на чеку 100%, минус первый, минус второй, и все, релакс с авиком последний. Информация есть о том, что там была АВП, поэтому здесь, конечно, ждут со всех сторон. Ой, ну этот байт. Да, там просто сейчас выйдет Адрен. Адрен получает там прострелом урон. О, релакса, красивейший фликшот! И в итоге 1 в 2, он остается, минус Джейм. Как же играет релакс? Да ладно! Что-то нереальное! Йоким Густавсон тащит клатч 1 в 3. Что за, я не знаю, это такое чувство, как я вспоминаю сразу же, знаешь, бостонский мажор. И Стюи. И Стюи, да, то есть его, на него летят, его зажимают, у него в прицеле практически нет моделек соперника, но он видит буквально пиксель и выдает этот невероятный фликшот. Я просто не могу в это поверить. Ой-ой-ой. А Мангар тоже не могут в это поверить, я думаю. Стопудово. Потому что они шли, у них все было на руках, все карты, они даже грамотно действовали, они с разных сторон заходили. Байтили его. Да, но релакса справился. И сейчас еще энтри фраг даровал. И вот я сказал, нельзя больше промахиваться, он не промахнулся ни разу. 3 нереальных красивейших флика. Можете тренером работать. Отлично. Парни, в этом раунде не промахиваемся и стреляем в голову. Нормально. Тут интересный байт какой-то, авангард. Джейм там с АВП был, Санджи уже подобрал этот авик. В общем-то, бустер остался с $2600. 1500 у Кикерта, но при этом Адрен, Санджи и Джейм в нули. Интересный бай, оставили точку Б, сейвит, в общем-то, авангар уже. Кеос выходит на 7-й раунд. Задумайтесь, друзья, счет сейчас будет 7-1. А мы говорили, что у Кеос есть неплохие шансы на победу. И даже если они в итоге проиграют этот Инферно, вот сейчас при счете 7-1, видно, за счет чего Кеос могут побеждать на карте на Инферно команду авангар. Ну, я не знаю, когда остановят Кеос, если вот не в ближайшее время авангард, потому что такими темпами там Кеос могут и за 10, за 11 раундов забрать сейчас. Конечно, ты вспомни, какие раунды какой раунд брали авангард. Это был экономический, на котором был Адрен с М-кой, который им не пригодился, он был на Б. И там была просто идеальная стрельба. Пара хедшотов от Санджи, подключились также Бустер и Джейм. И, в общем-то, Кеос были просто не готовы. Так-то авангард проиграли все остальные раунды, все.
Да. Досадно. Что сказать тут? 7-1 и Chaos. Хотя, с другой стороны, знаешь, вспоминай карту Mirage, там тоже Chaos вышли за... на 10-м раунде, уже на 8-й. И потом уже Авангард начали давать камбэк. Тогда и у Авангард по-прежнему есть отличные возможности вернуться. У них есть то, что нужно для победы. То есть хорошие задумки. Видно, что по морали парни не проседают, по их действиям, по их уверенности. То есть у них есть отличные игроки. И вот сейчас это все можно реализовать. Но пока все идет в руки команды Chaos. Ну, зажигательный прям в дым. Кстати, дым был от игроков дефенса. Да, может быть, как-то не договорились, а может быть, просто зажигательно не так кинули. Ну и вот прилетает еще один дым, более глубокий. Плесу, но можно закинуть пару. Хае, держи, друг. Одна, вторая, второй нет. Второй просто физически там нет. Эти два дыма сейчас просто на руку Chaos сыграли, на самом деле, со стороны дефенса. Что первое, что второе. Там, кстати, попытка вскрыть цемент, возможно, будет даже удачно. Сейчас выпад, минус первый. Есть даже по второму разменять тиммейта. Нужно здесь, не получается. Адрен даблкил. И дальше релакс. Ну, слава богу, на месте оказался. Ну, Адрен, конечно, хороший выпад. Но успел разобраться сначала с одним игроком, потом постепенно перевестись на второго. Ну, вот уже сложно было с релакса как-то состязаться. Все-таки тот играл с ВП. У Адрен там вообще патроны заканчивались. Санджита, играя с МП9, идет в прожим. Ковров. И пока он, конечно, никого не найдет. Но вот вопрос в том, сможет ли Джейм принять выходящих игроков на 15. И сможет ли Санджи ему чем-то помочь. Если бы Санджи прямо сейчас куда-то в сторону бойлера начал шагать, было бы все не так плохо. Но у Джейма такое сложное положение. Флешку дал. Санджи вовремя открывается. Минус релакса. Джейм закрывается в сайте. Это очень жестко, конечно, сейчас было. Джебайтед. И проход через арку под Б. А там, в свою очередь, один лишь бустер. И если его получится вскрыть, особенно без потерь ПХП... У него хорошая позиция. И он знает, что происходит. По таймингу... Стоп. Что? Сейчас Chaos, по-моему, велосипед придумает. Там 13 секунд. Chaos — это 500 IQ мув. Минус Санджи — это А. Это просто действительно гениальное решение. Бог ты мой. Как же... Но они играли с огнем, но действительно это окупилось пока что. Бомба стоит, Джейм забирает ботана, Фредди Фрог остается 1-2. Нужно играть агрессивно, он знает, что сейчас по одному будут исполнять авангард, что один был под Б, второй только что бил твоего тиммейта с 20. Фредди Фрог ждет выпада как раз-таки с малых песков, сам постепенно чекает 20-ку. И бустер выходит, не ожидая, конечно же, открытую позицию от Фредди Фрога. Молик полетел против Джейма, Джейм выходит, оу, с ТЗ забирает соперника! 1G, Зевс, Cyber School. Ну, тут, конечно, Джейм просто остался красным, находясь в огне. Неплохая попытка, но Фредди Фрог все сделал идеально. Сколько там у Джейма осталось КП? 18. Он просто не успел. Ну и молотов разгорелся к этому моменту. Понятное дело, что еще и пуль тебя немножко застанили, поэтому ты остался лишние секунды в этом. Как ты думаешь, какое слово Джейм сказал, когда умер? Я думаю, сейчас чатик ваши варианты в чат, друзья. Явно воспроизведет все, что он говорил. И тут очень плотно закидывают Плессона, уйти удалось все-таки. Причем опять, кстати, дым с стороны дефенса упал. Такой специфичный. В 2 ВП играет авангард, при этом... Кстати, вот этот смок, который упал на бочке, его очень часто форзы, по-моему, использовали против Movistar Riders. Они знают, что Movistar Riders очень жестко раскидывали банан, и поэтому они запирали смоком. Вот расстояние между стенкой и бочками не позволяет дефенсу вообще ворваться на эту позицию. Но тут не дают таким игрокам, как Джейм, реализовывать свой скилл, чтобы он не пикал банан просто-напросто, потому что это опасно. На СВП здесь играет Кикерт. На поддержке у него находится бустер с UMP, который может накинуть пару флешек в момент выхода. Какой хэдшот от Блессена! Он оказался готов к тому, что Кикерт будет играть на углу. Джейм даже Блайнди забрал Диджела. В итоге остались 4 в 4, но при этом команда Chaos сейчас может оборону растягивать. Как мы видим, у них уже удается это делать, потому что под Б остается только один бустер. На А же в этот момент 3 игрока авангард. Но Chaos... Такое ощущение, что все же идут на А. И у авангар есть неплохие шансы принять этот выход. От Адрена тоже будет многое зависеть, чекнут его или нет. Будут ли вообще в эту позицию какие-то гранаты лететь, пока проходят на 20. Постепенно проходят в сторону сайта. Адрен может сейчас по спинам жестко ударить. Есть минус от Джейма. Релакса пока не может ответить, сносит Джейма. И есть еще в больших песках игрок Санджи. Есть минус, но тут же падает. И 2 в 2 продолжается данный раунд. Как же Chaos плотно затопили. Адрен попытается зайти с 20. Тиммейт далековато. Если Адрен сейчас погибнет, то ретейк обречен. Адрен ждет. Адрен ждет, когда выйдет с малых песков постепенно бустер. Бустер чекает слева, справа. Никого не находит. Флешку Адрен накинул. Адрен. Там в бланде игроки. Адрен выходит, но релакса. Отличный минус. И бустер остается 1 в 2. Пытается прострелом
забрать релакса, но релакса играет осторожно. И вот чуть-чуть, ну вот там капелька через ящичек бы. И да промахивается бустер. Pleasant квадрокилл. Он просто за волосы свою команду в этом раунде вытащил вперед. Ох, какой напряженный раунд. 9-1. Раунды то напряжены просто невероятным образом. Их напрягают авангард, в первую очередь, потому что у Chaos есть план, есть гениальный мид-раунд решение. И авангард вот пытается зацепиться за победу в каждом абсолютно сыгранном раунде последующем, но не выходит, не получается. Да. Это как раз таки игра, которую ты смотришь, и она как бы равна, ну, по многим показателям. Но счет однокалиточный. Обидно просто за авангард, что вот где-то не повезло, где-то не залетело, где-то соперник оказался чуть хитрее. И счет просто разгромный. Просто не отображает он, ну, то, что мы видим по игре вообще в целом. Авангард 3Б в данный момент держит. Прилетел с ним ХАЕ, по пол ХП осталось на паре игроков. Кикер-то вообще потеряли, есть ответ от бустера. Но бустер и сам пал от Плессена. И под Б остался только один Джейм. У него есть ЦЗ, есть первый армор. Но особо шансов нет. Там еще и Санджи забрали прожиме мида. И вдвоем остается авангард. Видимо, 10-й для Chaos. Неумолимо. 10-й спешит к ним на табло. На 11-м-то раунде. Ну, то есть, они реально сейчас очень быстро наращивают эти раунды. И динамика в раундах, и борьбу они постоянно выигрывают. Что на банане, что на ребрах. Хотя, кстати, ребра очень часто авангард дают. По финансам видно вообще команда Chaos, что постоянно погибают они. То есть, ну, при таком счете там 10-1, а у них там, ну, самый богатый игрок 7-150. То есть это тоже показатель, что борьба есть. Ну что, Джейм, квадрокилл? Релакс 18 хп. Обида. 10-1. Чуть-чуть патронов не хватило там Джейма. Ну что, друзья, конечно, о КСе можем говорить вечно, но и вы в том числе можете связать с ним свою жизнь. Высшее учебное заведение, где вы можете получить образование в сфере менеджмента в игровой индустрии киберспорта, уже открыто и ждет вас. По промокоду UC вы еще 10% скидку там получите. Так что баннер по трансляции, переходите и подробнее ознакомьтесь. А тут решили авангард в очередной раз использовать на точке Б. Укрепление из трех игроков. Ну вот пока плодов это особо не приносило. Джейм ворвался, минус 24 хп, на банане никого не нашел. Chaos вообще туда не то чтобы не ломятся, они даже не смотрят в этом направлении. Они отходят, они знают, что авангард не будут агрессивно играть на банане. Это уже при счете 10-1 слишком большой риск. И в этот же момент команда Chaos постепенно пробирается ближе к точке А, на которой у авангард только два игрока в больших песках. И если удастся их закрыть, если вдруг Chaos подумает, что нужно положить смок против больших песков, а это вероятнее всего будет, то будут проблемы у авангард 100%. Сюда уже пошла перетяжка от двух игроков авангард, который будет открываться с арки и библиотеки, но они могут не успеть. Даурен забрал одного, второго забрал Санджи. Ну и тут же погибает и Кикер, и Адрен, и Санжар. Как же релакс жестко ворвался. Первый фраг сделал, второго до второго полетел вообще с 50-м. Да. Но уверенности на широком стрейфе такого мува, конечно же, не ожидал игрок, который там находился. А бустер Джейм, ну, идти на этот ретейк, это... Мне кажется, пауза нужна авангард. Ну, она, наверное, пару раунд назад нужна была, но все же сейчас тоже было бы не лишним. То есть Chaos уже слишком большой темп нарастили. И их нужно остановить, хотя бы вот пул немножко подумерить. Прям даже, знаешь, вот слов нет. И сказать нечего. Mm-hmm. Тут вроде, казалось бы, два фрага от авангард, все неплохо, вы 5 в 3, и их нет. Просто врывается Фредди Фрог и Релакса и вдвоем разбирают со всей обороной точки А. Не только с обороной точки А, но и с игроками, которые на хелпу приходили. Я причем вижу совершенно другое инферно от Chaos. То есть я вспоминаю с пор, как они с Немигой играли на равных. Играли они там порядка, ну, больше 50 раундов уж точно. Вот, и там вот действительно, и против EGO тоже они играли весьма посредственно. А сейчас тут, я не знаю, как будто к этому матчу были готовы определенно. То есть это и на Мираже показывало. То есть борьба практически в каждом раунде была. Прочитанные раунды некоторые также в обороне стороны команды Chaos. Это говорит о подготовке, скорее всего, к сопернику, потому что соперник был известен заранее. Ну и сейчас на Инферно здесь опять борьба за банан намечается. Диджел погибает. Флешка есть для тиммейта, но выпад не будет там огонь, как бы, и идти смысла нет. Риск, который был бы не оправдан.
В этот же момент разворот на ребра. Под флешку выход. Адрен пока пропускает соперника. Репикать не стал. Очень быстро действует Кеос. И, возможно, к этому не будут готовы. Авангард Санджу снесли. Просто переезжает его ботан. В итоге хае пролетают. Да, хае неплохая. Фредди Фрог уже на пол хп. Но ретейк по-прежнему будет непростым. Бомба ставится в глубине плента. Релакса. Там с АВП по-прежнему может крутиться, вертеться и как турель. А разбираться с игроками, идущими на ретейк. А для ретейка у Авангард неплохой сетап. Есть большое количество гранат. Есть киты. Есть возможность как-то поиграть за смоками и так далее. То есть бусты какие-то использовать. Врыв пошел от Адрена. И уже минус релакса. Ой-ой-ой, влетел Адрен. Сайт, конечно, потерялся. О, Кикерт вообще погиб. И тут два минуса, последний завершающих. Да ладно, Кикерт сгорел, судя по всему, я не знаю. Наверное, да, в своем огне. Тут просто упасть неоткуда было. Да. Это притек 4-2, по-моему, был? 4-3? По сути, да, потому что Адрен ворвался и забрал там. Ну, он погиб, релакса. И там сразу же разменяли. Да, ну, в общем-то, 12-1. Ого, 14-й раунд. В центре там 10 на авангард. Ну, правда, то есть они смогут забрать максимум 3 раунда в первой половине. И очень сложный камбэк ожидает во второй. Ой, прожимать пошли, а здесь готов был Плэссон. Второй туда же, без флешки. Незажигательно прилетел, уже поздно. Если бы раньше ее откинули, все было бы иначе. Бустер тут... Ну, тут не знаю уже, на самом деле. Бустер просто хотел забрать девайс. Думал, что смоук его прикроет. Но его с глока убили. Просто с глока. И 1-5 остался Санджи на 14-м раунде. Беда. Кеос, скорее всего, выходят на 13-й. Если они выйдут на 14-й... У нас даже в стадии лиги не было таких матчей, таких карт, которые заканчивались со счетом 14-1 в первой половине. Ну, Санджи. Одна пуля потребовалась ботану, чтобы забрать соперника. Это интересный факт. Ну, то есть, вот настолько это было просто для него. Да, и в турнире за 30 тысяч долларов в полуфинале нижней сетки на Десайдере. Ты никак не ожидаешь увидеть счет 13-1. А возможно и 14-1. Там у Авангард два дробовика, МП-9, ФАМАС и только Кикерт играет с МК. Китов нет. Ну, гранат. Пусть и достаточно, но все-таки не гарант тоже. Так, пока что обмен зажигательными гранатами. Ой, как же больно Плэссоном прилетело. Флешки в такие моменты, конечно, не хватает на стену. Врыв, а вот и флешка. Ну, Кикерт не был в бланде, но он был боком. Бустер постарается ответить. Диджелла, кстати, можно забрать. Хороший девайс у бустера, но у Диджелла лучше. Точка Б абсолютно пустая, но идти сюда, скорее всего, не будут. Бомба находится в яме и просто будет выдерживать паузу сейчас Кейос. Куда бы они ни вышли, они будут в серьезном численном преимуществе. Да, как минимум Адрен точно сейчас на Б. Есть фраг от Санджи в коврах, но ботан тут же ответил. Пода, остался только один джейм. В теории он может забрать игрока с бомбой. И сейчас он на бойлере. Ботан, по-моему, что-то знает об этой игре. Это что это? Вот? Нормально ботан катает. Чисто какой-то JV. Вак. Ну, так и Адрен идет на ретейк. Понятное дело, последний раунд половины, и сейвить тут по-моему, не вариант. Сейчас погибнет прямо на центре, да. Диджел его перехватит, Адрен не ожидает здесь увидеть соперника. Один патрон потребовался Диджелу, чтобы выиграть этот раунд. Да, трипл кью. От него дабл от ботана. 14-1. Абсолютный разгром. Безоговорочный разгром. Ну, то есть, да. Тут шансов уже у Авангард практически нет. Я отмечаю, что в стадии лиги, в стадии плей-офф у нас не было таких вообще половин, которые так заканчивались. И камбэк, соответственно, тоже по факту таких мы не видели. Поэтому будем, конечно, рассчитывать на красивую игру от Авангард, но пока нет ни на что полагаться. Потому что в последних раундах они, по-моему, немножечко отчаялись. Видно было по баю, по некоторым действиям. Будем рассчитывать, как минимум, что ну, все-таки покажут волюшку. Друзья, небольшая реклама и вернемся с этим матчем. For live betting. Один раунд, только один у Авангард сейчас есть. И я просто не представляю, какой вот
должен быть вариант развития событий, чтобы они все-таки выиграли это Инферно. То есть у них есть один только шанс на ошибку, и все. И ее нельзя допускать на пистолетке. Да. Иначе возвращение будет невозможно. Да. Придется сейчас выигрывать 100% пистолетку. И потом, не отпуская соперника, наращивать себе экономику в случае, если вы проиграете раунд, чтобы у вас был нормальный достойный бай потом. Ну, удачи, Авангард. В таком случае два декоя у них в команде у Джейма и Кикерта. И Кикерт же... 1 хп. Приветики. Все, поиграл практически. Кстати, на мидл выходит Адрен, проползает через канаву, но его там могут сейчас и оставить, кстати. Оп, да. А, да, все, Адрен лежит в канаве. Вот он, может быть, сейчас еще и Санджи заберет. Ту-ту-ту. 2,5 игрока это, у Авангард. Это тот самый тревожный звоночек ты сейчас произвел. Тот самый грустный трунь. Полетел раскид от Авангара. Раскид-то хороший, но всем на него наплевать. Плессен забирает бустера, под сошку рвается DJL и находит Джейма. Джейм на развороте забирает DJL. Забавный момент оказался. Но за тройкой еще есть Плессен, который нужно уничтожить. Не получается. Кикерт вот последний остается с 1% здоровья, который сейчас просто, ну, рандомными выстрелами, мне кажется, заберут. Да. Плессен трипл килл. 15-1. Раунд для Chaos, и они уже будут играть против Illuminari. В следующем раунде сетки лузеров. Ладно, друзья, я вам напомню, что на сайте Lootbet есть ладдер, где вы получаете скины за свои победные ставки. Чем больше побед, тем больше ММР. Чем больше ММР, тем круче скины каждую неделю заберете. Так что обязательно проходите по баннеру под трансляцией. Да, и чем больше коэффициент там будет, тем больше ММР вам начислится. Mm-hmm. Так что сегодня я чувствую людей, которые поднимутся. Будет достаточно большое количество. Плэс пошел активно давить бананы. Все, минус бустер. Положение у него было, ну, вообще безысходное. Ой-ой-ой, аркад Балконыч пошла. И на центре зажим от релакса. Через дымы Адрена забирает. Все, Джейм с Кикертом вдвоем. Да, по пол хп Джейма сейчас заберут. Джейм без армора, его забирают. Плессен дабл килл. Это 16-1. Абсолютная, безоговорочная, безапелляционная, 100% победа команды Chaos на третьей карте. Растерзали команду Авангард. И такие Chaos, если продолжат продвигаться у нас по сетке, то я боюсь представить, как вообще... Ну, Illuminari, Трикет будут с ними справляться, Нордавинд в том числе. А я у себя в группе ВК сегодня, когда анонс матча выкладывал, написал, что сегодня Chaos побеждают в 2 best of 3. Вот в этом и в следующем. Поэтому, ребят, заходите ко мне в группу ВК, подписывайтесь, я буду держать вас в курсе, кто победит. Да, но если вы хотите в идеале владеть бананом, то обязательно забегайте в мой паблик ВКонтакте, где я рассказываю, как же все-таки заходить туда за атаку или за защиту, а в соло, ну или в паре с тиммейтом. Собственно, скоро второй выпуск будет, и там я буду рассказывать, как за защиту как раз-таки правильно и лучше всего занимать этот самый банан. Но у нас, друзья, сейчас будет совсем небольшой перерыв, потому что мы немножко задержались по расписанию. Соответственно, следующий матч еще у нас Illuminari против команды Chaos начнется совсем скоро. Так что далеко не уходите, а лучше на сайте Lootbet используйте промокод SMASH во время вашего депозита, тогда вы получите удвоение его до 100 евро. Но у нас минут 5, наверное, 10 минут будет, так что, друзья, увидимся на следующем Best of 3. For live betting.